не только журналистов, причем самых таких преданных, то теперь помимо преданных журналистов появились преданные блогеры, преданные корреспонденты различных дружественных вообще медиаплощадок, не говорить о СМИ, там, а в принципе медиа, да, которые, собственно говоря, действительно нон-стоп, как здесь абсолютно верно написано, все время без остановки, пишут о том, что они видят, слышат и так далее. Поэтому любая деталь в этом классическом инструменте, как пресс-тур, на сегодняшний день имеет существенно большую важность, чем это было раньше. Ну да, сейчас важно понимать, что когда человек садится в самолет, он в нем чекинится и пишет, что я еду в блок-тур. Когда человек садится в поезд, он на время протяжения всей поездки начинает строчить сообщения. Примеров масса. Иногда они бывают позитивные, иногда негативные. То есть можно вспомнить позитивные примеры, те же пресс-туры лаборатории Касперского, когда там поезд 5 вагонов и 3 вагона ресторана. Или же вспомнить негативные примеры, когда водили всех на атомные станции, посадили всех в плацкарт, а потом еще и фотографировать запретили. Ну, бывает всякое. Важно понимать, что сейчас нет возможности как-то заранее о чем-то договориться, если человек находится, вот уже, образно говоря, в поезде, он уже начал писать. То есть мы не сможем никак повлиять на то, что он написал, только потом уже каким-то образом. А другая ситуация, что сейчас один человек, ну вот на примере Навального это видно, он у нас может быть и блогером, и акционером, и тут непонятно, кто должен с ним общаться. То есть должна быть какая-то некая единая точка входа, которая дальше будет определять, какой отдел должен общаться с тем или иным человеком.